В Новгородском университете появился центр сотрудничества с Италией. На торжественном открытии присутствовал чрезвычайный полномочный посол Итальянской республики Паскуале Тарачано. Он привез в дар новгородскому вузу редкие книги, а во время встречи с губернатором Андреем Никитиным подтвердил намерение расширять культурные связи. По мнению господина посла, открытие итальянского центра в Великом Новгороде сделает итальянскую культуру, и так очень любимую в России, еще более доступной для молодежи. А у родины России вскоре может появиться итальянский побратим. Мы говорили о возможностях увеличения туристического потока взаимного как в Италию, так и в Россию, благодаря побратимству между Великим Новгородом и итальянским городом. Кроме этого, в планах сотрудничества обмен студентами и преподавателями, совместные культурные и экономические проекты.